17 марта в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» пройдет онлайн-конференция, посвященная началу Великого Поста и его настоящему предназначению. Состоится она в рамках проекта «Религия и мировоззрение». Участники: глава синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Ореха Зуевский Пантелеимон, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, директор и главный врач Центральной клинической больницы святителя Алексия, митрополита Московского, Алексей Заров. В ходе мероприятия будут также затронуты богословско-философские темы истории установления и глубинных смыслов Великого Поста. Более подробная информация об изменениях и дополнениях размещена на сайте пресс-центра МИА «Россия сегодня».